Краевая массовая гонка «Лыжня Кубани» – это часть всероссийской гонки «Лыжня России». Ее цель – не рекорды, а популяризация зимних видов спорта, причем вне зависимости от возраста. У нас 232 участника сегодня принимают участие. Все они жители у нас не только города Сочи, но и из других муниципалитетов Краснодарского края приехали. Сегодня замечательная погода. То есть необычно, то есть выпало очень много снега, и вот по-настоящему атмосфера зимы, лыж. Стартов в гонке несколько: детский, юношеский и взрослый. Дистанции тоже несколько: 5-10 километров и даже один для малышей. Трассу проложили на лыжно-биатлонном комплексе «Лаура». Это прекрасное спортивное мероприятие, тем более в этом году оно проходит в день зимних видов спорта, который был основан в 2015 году по инициативе Олимпийского комитета России в честь годовщины наших с вами Олимпийских игр в Сочи 2014 года и охватил всю Россию, потому что все регионы России будут принимать участие. Лыжня Кубани проходит здесь на протяжении нескольких лет. Участники соревнований могли принести лыжи с собой или взять на прокат на месте. А еще можно было совместить приятное с полезным, попутно сдать нормы ГТО по лыжным гонкам. В этот раз очень тяжелая трасса. Очень много поворотов и очень много таких подъемов и спусков. Вообще тяжело, конечно. Ну, здорово очень, все хорошо, весело, все довольны. Будете сильно смеяться, с семьей первый раз вообще в «Лыжне России» участвуем. Лично мне просто довелось в 2007 году, когда мы еще не были олимпийским городом, проводить «Лыжню России» здесь, когда еще не было никаких объектов. Вот. А сейчас вот первый раз приехали. Причем самое интересное, что ни один из членов семьи у нас не лыжник. Лыжников, занявших призовые места на всех дистанциях, в каждой возрастной группе наградили медалями и дипломами Минспорта России. А первым 200 участникам соревнований вручили еще сувениры – шапочку и нагрудный номер майку. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».